все мы знаем о проблеме нарезки пищи с тупым ножом. Это и грязный труд, и может быть даже опасно. Теперь вы можете убедиться, что каждый нож на вашей кухне может быть острым и готовым к действию с AnySharp Pro. Самая лучшая в мире точилка для ножей. Она использует самые последние технологии для восстановления острых краев лезвия, зубчатых лезвий и даже лезвий из закаленной стали. Это делает AnySharp Pro самой уникальной точилкой, которой вы когда-либо пользовались. AnySharp предлагает уникальные функции безопасности в виде основания на присоске, которое крепится к любой гладкой поверхности или рабочему столу. Как только основание зафиксировано, вы можете точить любой нож безопасно одной рукой, держа вашу свободную руку вдали от причинения вреда. Любой AnySharp Pro является полностью портативным, так что вы можете его использовать на любой гладкой поверхности, где вы захотите. Его можно использовать даже вертикально. Карбид вольфрама гораздо сильнее, чем сталь, поэтому в отличие от старомодных точилок, AnySharp Pro также работает на дорогих стальных ножах. Поэтому если у вас имеются дорогие ножи и они уже непригодны к использованию, не выкидывайте их и не заменяйте, так как вы можете их заточить с AnySharp Pro. AnySharp Pro даже способен заточить зубчатые ножи для хлеба, в то время как обычные точилки не работают на подобных лезвиях. Хотя часто это один из самых дорогих ножей на вашей кухне. Теперь вы можете продлить срок службы вашего ножа для хлеба, держа его чистым и заточенным с AnySharp Pro. Карбидовольфрамовые точильные инструменты образуют прикладку, через которую проводится нож. AnySharp предварительно установлен на 20 градусов. Это оптимальный угол, чтобы заточить хорошие стальные ножи, имея каждый раз хорошо заостренный край. AnySharp также имеет безопасный щит, который задерживает металлические опилки, которые могут быть легко удалены магнитом с холодильника, что делает AnySharp Pro простым для очистки, а также для хранения. AnySharp Pro так легко и безопасно использовать. После того, как вы зафиксировали AnySharp на рабочей поверхности, вы можете точить ножи легко, используя только одну руку. Все, что вам нужно делать, это просто аккуратно и мягко проводить лезвие через карбидовольфрамовые края 3 или 4 раза, чтобы восстановить суперострую режущую кромку. Не забудьте, что только легкое давление необходимо с AnySharp Pro, и перед использованием нож необходимо протереть. Обычная нарезка помидоров или даже жесткой кожуры, как у лимонов, станет простым, безопасным и гораздо менее затратным по времени занятием. Для приготовления пищи потребуется меньше времени и усилий, и вы получите профессионально выглядящие результаты. Давайте быстро повторим. AnySharp Pro точит практически любой нож на вашей кухне, включая дорогие ножи из стали и даже зазубренные лезвия. Вам только нужно 3 или 4 движения, чтобы заточить ваше лезвие. AnySharp Pro легко чистить и хранить, и она может быть вместе с вами, где бы вы ни находились. Дно на присоске означает, что вы можете использовать ее всего лишь одной рукой, держа вашу свободную руку в стороне. И, наконец, AnySharp Pro сопровождается с пожизненной гарантией, поэтому мы вас не подведем. AnySharp Pro – самая лучшая в мире точилка для ножей.